Всем привет! У нас новая стройка. Делаем дом круглый, 10 метров в диаметре. И рядышком будет баня, тоже круглая, 5 метров в диаметре. Делаем мы все из дуба. Здесь другого не растет. Находимся мы в горной местности. Вот наши пеньки, из которых будем делать стены. И вот наша разметка дома. Там слева будет баня. Значит, разложили шины по предварительной разметке. Сейчас с нивелиром выставим необходимый уровень и приступим к заливке. Ну, вот замешиваем наш раствор. Цемент мешаем с песком, добавляем гравий и заливаем наши шины. Значит, еще раз хочу сказать, местность здесь каменистая, значит, в земле булыжники, в общем-то, никакой пучинистости здесь нет, земля достаточно такая сухая, и вода, если бывает, очень быстро уходит. Ну, вот так выглядят наши залитые шины. Да, перепад здесь достаточно тоже большой. По две, по три шины приходится заливать. Ну, вот, значит, залили мы уже наш дом, это основное такое строение, 10 метров в диаметре. Сделали обвязку по кругу. Сейчас делаем внутреннюю обвязку, скажем так, для того, чтобы можно было положить половые лаги. Благодаря нивелиру все у нас сошлось в уровень. Перепад, еще раз хочу сказать, как вы видите, достаточно большой. Ну, все, в общем-то, у нас сошлось, сделали все ровненько. Значит, связали мы наши лафеты, полубрус, полулафет, связали мы скобами. Ну, естественно, точно так же обвязали и баню. Вот баня, здесь у него будет палуба у заказчика. Вот сама баня круглая. Следующий этап — будем делать черновой пол, ставить стойки, делать каркас, ну, здания и крыши, естественно, накрывать все. В дальнейшем будем заниматься утеплением. Ну, утепление здесь минимальное, так как это юг России, здесь будем, возможно, делать, засыпать землей или глиной. В бане совершенно, наверное, утепления никакого не будет, кроме как глины. Крыша будет земляная, естественно, так как она ресипрокальная. Сам процесс скрепления лафета, так как это опять, скажу, что это дуб, приходится сначала сверлить, только после этого возможность появляется хоть что-то забить. Любой гвоздь, абсолютно любой, гнется. То есть он забивается буквально чуть-чуть и начинает гнуться, если нет предварительно отверстия, в которое это можно загнать. Ну, скобы мы тоже утапливаем, чтобы нам не мешало в дальнейшем. Ну, вот уже видно очертания нашего дома. Внутри мы сделали все необходимые соединения, на которые будем укладывать лаги. И дальнейшее видео будем снимать о том, как мы делаем каркас, делаем крышу. И еще одно видео будет уже заключительное, когда мы сделаем стены, поставим окна и двери. Всего доброго!